Судьи апелляционного суда Киева снова перенесли заседание по разблокированию зарплатного счета главного прокурора АТО Константина Кулика. Ранее Соломенский районный суд отстранил Кулика от должности и заморозил его счета. 13 июля апелляционный суд восстановил Кулика в должности. Сегодня заседание началось спустя 3 часа от назначенного времени и продлилось всего пару минут. Апелляцию Кулика перенесли на 16 августа. Адвокаты Кулика заявили, что дело переносят специально. Несмотря на это, сам Кулик в суд не пришел. Уважаемо, что это дії, ну, дійсно умисні, спрямовані, та з боку НАБУ є такими, що знов-таки підтверджують упереджену позицію до Кулика. Але ж просимо, в даному випадку є підозрілим, сумнівним, що за увесь цей час матеріали не надійшли до апеляційної інстанції. Я думаю, у них нічого нету, як нічого і не було. Чоловік дуже кристальний, Константин, наскільки я з ним спілкувався. І таких людей би побільше в нашій країні було, менше корупції, всього. Він перекрив і контрабанду оружия, і контрабанду наркотиків. Чому Олександр не прийшов? А смисл ми сьогодні приходити? Ну, дела нету просто, мы знали об этом, что дела нет. То есть вы знали изначально, что не будет? Да. Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство против главного прокурора сил АТО Константина Кулика по статье «Незаконное обогащение».